За мужество, смелость и самоотверженность, проявленные при спасении и эвакуации людей. Более 30 сотрудников Сургутского КБ, которые в буквальном смысле выносили пациентов во время пожара, в ночь на 2 марта представлены к наградам. Это благодарственные письма и почетные грамоты от больницы и окружного управления МЧС. Напомню, огонь вспыхнул в 4-м инфекционном отделении СУКБ. Сообщалось, что один из пациентов решил закурить в палате. В это время в помещении находились 35 больных, из них 14 лежачие. Спасали их врачи, ординаторы, медсестры, уборщики, водители и курьеры. Ожоги получил один человек. Это предполагаемый виновник ЧП.